В армянском Варденисе полиция заблокировала вход в администрацию города. Оппозиция была вынуждена провести инаугурацию новоизбранного мэра на улице. Акция протеста перерастала в столкновение. Митингующие назвали действия правоохранительных органов незаконными. Напомним, что новый градоначальник был избран на заседании оппозиционных представителей Совета старейшин. Действующая партия Армении посчитала эти выборы неправомерными. Жители города намерены объявить Николу Пашиняну и его свите гражданскую войну. Правительство, полицейские поступают незаконно. Подобное просто недопустимо. Заранее было объявлено, что сегодня состоится церемония инаугурации мэра, пусть и оппозиционера. Все происходило в соответствии с конституционными законами, а наши сотрудники полиции должны были предпринять меры для того, чтобы церемония принятия присяги прошла беспрепятственно. Какое право они имели закрывать вход в мэрию? Сознательный человек не может считать подобные действия полицейских нормальными.